Привет-привет, мои дорогие зрители! Сегодня мы будем вам показывать летнюю хулиганскую прическу, которая поможет облегчить нашу жизнь, потому что в жару очень хочется сделать что-то очень легкое и невесомое. И главное, чтобы прическа была самая что ни на есть простая. Поэтому нам нужна будет расческа, которая разделит волосы, расческу для расчесывания, два крабика вот таких маленьких, может быть 4 понадобится, но я взяла только два, мне обычно хватает. И смотрите, как просто все делается. Делим волосы по рядочку, как вы привыкли, вот так вот разделили, сзади они просто ровные, ничего делать больше не нужно. И сейчас начнется самая магия. Смотрите, я пальчиком отделяю прядку волос, небольшую, можно чуть-чуть сзади подцепить, то есть вы трогаете, чтобы эта прядочка была не слишком тонкая и не слишком толстая, то есть не надо сразу пол головы туда забирать. И поднимаю волосы вверх, то есть вы их можете просто вот так вот даже чуть-чуть причесать, чтобы они встали поближе к макушке. То есть если вы начнете плести вот отсюда, это будет некрасиво. То есть нам объем, чтобы задать объем, мы сделали прядку, держим ее этой же рукой, поддеваем еще одну прядку, вот так я ее отделяю, и как будто веревочку друг с другом скручиваем, просто вот такой жгутик. И смотрите, я подтянула опять же к макушечке, та часть, которая осталась внизу, она падает вниз, а верхнюю я держу. Я снова поддеваю пальчиком, я как линеечкой отделяю прядку волос одну за другой, делаю еще раз такое же движение и просто кручу волосы как веревочку, то есть я не плету косу, я просто вот их скручиваю и кручу до тех пор, как красиво, вот чтобы остальные волосы грудой лежали красиво, потому что может быть нужно еще раз поддеть вот так вот, чтобы повыше осталась вот эта часть, потому что вот эти две уйдут. Может быть нужно отпустить, чтобы здесь лежало полотно более красивое. То есть мы регулируем в зависимости от гущины волос и от того эффекта, который вы хотите. И самое главное, что вы эту прическу можете легко переделать и поэкспериментировать, то есть сделать немножечко поменьше волос использовать, в другом случае чуть побольше. Вот смотрите, остановимся в этом варианте, и те волосы, которые у нас остались, я их просто друг с другом скручиваю. То есть я продолжаю делать то же самое, только не подбираю волосы уже из общего полотна. То есть мы быстро крутим, какие у меня уже длинные волосы стали, кстати, они наконец-то у меня отросли уже до такой хорошей длины, и сейчас они у меня прям восстановились отлично. Пока не смотрите то, что наверху, ваша задача вот докрутить. Я уже экономлю время, вот так вот скручиваю. И что мы с вами делаем? Мы поднимаемся наверх и укладываем здесь вот такой кренделечек, такой маленький кренделечек красивенький. Смотрите, я его вот так кручу, а оставшийся хвостик его можно либо бросить здесь вот для хулиганского такого, либо спрятать совсем. То есть если хвостик некрасивый, то лучше его совсем там допрятать, но я не буду сейчас прятать, потому что уже отпустила. И крабиком я зафиксирую сейчас эту часть, а то, что мы крутили до этого, я немножечко вот так вытащу пальчиками, ослаблю, и получается некий такой объем. Очень красиво выглядит, когда это вот побольше накрутишь, постараешься, это очень красиво. Делаем то же самое на второй стороне, расчесали полотно, отделяем пальчиком как линеечкой, часть отделили, приподняли к макушке и выполняем те же самые простые действия. Отделили, перекрутили, то что бросили, оставили. Я могу даже не глядя делать эту прическу на самом деле. Тут единственный момент, когда увидеть, насколько далеко нужно завести вот этот колосок. Видите, такой красивый получается колосок. Смотрим, видите, здесь еще висит много, то есть здесь уже убрано, здесь еще надо убирать. Подбираем волосы, подбираем, по-моему, вот так просто прям то, что надо. Все сравнили, посмотрели. Те две прядочки, которые у нас были в работе, также их закручиваем между собой как веревочку. Закрутили.
все по одному и тому же принципу, и получится такая прическа с открытым лицом. Получится, что у нас все, как сказать, такое вот, волосы не мешают, на лоб не падают. То есть то же самое, вы здесь закручиваете, закручиваете, и получается как бы две прядки основные у нас здесь лежат по бокам, а здесь у нас украшение. Это первый вариант. Второй вариант, когда мы не бросаем вот эту часть, то есть не скручиваем. Сейчас я заново сделаю. Второй вариант, когда мы разделим с вами волосы полностью напополам, то есть вот этой же расчесочкой мы делаем вот тут вот рядочек, то есть ой-ой-ой, вот так, то есть эти волосы здесь, эти здесь. То есть у нас получается волосы полностью разделяются на две части, и делаем все то же самое. Раз, подняли повыше, и начинаем заворачивать вот эту вот интересную такую веревочку ажурную. Заворачиваем, заворачиваем, и еще разик. Оп. Так, что получается? Вот такая красота. А нижний волос, то здесь мы в одну прядочку все оставляем, нижние волосы мы подбираем вот так все вверх, полностью надо взять, утянуть их вверх, и крутим уже полностью, то есть мы их между собой все соединяем, ту же самую веревочку закручиваем, закручиваем. И знаете, пока далеко не укрутили, чтобы волосы сильно не тянуть, сразу немножечко можно ослабить вот эту часть, чтобы она была более объемная и пышненькая. Дальше докручиваете. Вы уже, наверное, поняли логику, что теперь у нас будет вся прическа наверху, а внизу мы ничего не оставим. То есть я подняла, обвела, докрутила, спрятала хвостик полностью вовнутрь, и крабиком собираю и цепляю к удобному месту, чтобы не тянуло волосы. Вот немножечко здесь можно все это распушить, и саму вот эту плетеночку можно вытянуть, расслабить, может быть, шпильками вы воспользуетесь, а не крабиками. И получится уже другой вариант прически, то есть она уже более такая собранная, скомпонованная, все наверху, волосы совсем не мешают. Если в этом случае у нас здесь волосы все равно остаются, если жарко, то конечно от них тоже будет жарко, хотя можно и нижнюю часть тоже закрутить и сделать 3-4 вот таких вот тоже загогулинки, то есть и тут, и тут, и тут накрутить. Особенно, конечно, это красиво выглядит на молодых девушках. А на девушках более взрослых, конечно, так аккуратное плетение и две небольшие такие кукульки, как я их называю, тоже выглядит классно. Какой вариант вам нравится больше? Напишите в комментариях. Первый вариант — это когда мы часть волос фиксируем наверху, и прядь остается. И второй вариант, когда мы полностью волосы выкладываем здесь красиво и закручиваем все. Можно, кстати, цветочками все это украсить, какими-то заколочками, бусинками, и будет, конечно, очень нарядная, классная причесочка. Летняя, веселенькая и очень легкая. То есть даже если вы не умеете делать плетения какие-то, прически, то эту прическу вы точно сделаете как себе, так и своим деткам. Если видео понравилось, ставьте лайк. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.